Ну вот еще одно историческое место. Набережная. Набережная Херсона. Это, конечно, мы сколько тут ездили на ту сторону греблей заниматься. В затон приходили баркасы, специально перевозили людей, тренера лодками. Вот яхты на прогулочку. По Днепру можно покататься. Вот это морской порт. Ну так, смотрю, благородненько. Тут фонари поставили, вот эти не было раньше. Все вот так покрашено. Ну, короче, нормально. И вот он, Днепр. Там пляж, туда ходят тоже баркасы специально на тот пляжик, на ту сторону, там песок видно, вон я попробую приблизить. Ача. Не хочет. Не хочет. Да, здесь мы там вечером гуляешь летом, где-то с танцули или еще откуда-то компашкой. Приходили сюда, тут купались, ну короче, купались прямо здесь, там дальше в углу. Прыгали отсюда в воду. Какая красота. А, воздух какой хороший. Днепр. Водичка теплая. Еще свежая. Там человек рыбачит. Сейчас подойду к нему, поинтересуюсь, что там у него сегодня отловил. Словил. Памятник корабелам. Первый пушечный линейный корабль Черноморского флота был спущен на воду здесь в 1783 году. Ну вот вам и пожалуйста. Вот вам и пожалуйста. Вот это Херсончик. Вот это Херсон. Вообще-то берет в основном Латва. Таранка. А, таранка берет, отлично. Все у меня плохо, потому что ветер оттуда. Ну понятно, поджимает. Ну тут кто-то мне говорил. А, это ж зерно не там, там перевалка зерна, да? Там говорят, что там и толстолубы, и карапа нормальные. Ну, да, стоял я там позавчера, и толпа стояла, но опять же зависит от течения ветра. Ну. Там 30 удочек. И все спят. И все спят, я понял. Хоть бы одна где-то там в полчаса. Ясно. Ясно. Ну, я слышал, что туда едут и лодкой, и ну, гачат. Гачат толстолуба осенью, зимой. Может быть и так. О, что-то ожило. Может еще и снимем. Такое ожило, сейчас бычок вытащит. Ну вот, такой катер прогулочный. Стоит красивый моторный, плоскодон, у него хорошая проходимость, может по мелким ерикам пройти, по мелким речушкам, по притокам. 700 гривен в час. Компашка, хоть одного, говорит, хоть компашку, 700 гривен в час. И поехали куда вам надо. Ну, в общем, что такое 700 гривен в час? Это всего лишь каких-то 20 фунтов, плюс-минус приблизительно. Так что вот так вот, да, можно часика на 3, можно фью-фью спуститься туда пониже, к Гопре, к Голой пристани, заехать на рыбацкие хаты на Уху. Ну, в общем, ну как, ну, для, нормально, одним словом. Можно будет попробовать, но уже не в этом году. В этом году мы уже едем в Скадовск, потому что надо немножко хотя бы море увидеть, сделать пару вдохов морским воздухом. Да, шикарно. Ой, классно. Увидел хоть реку. А то снится мне уже, а все никак не доберусь. Уже увидел за 2 года.